not worse. Нет, он не хуже и не лучше. It's just different. Он просто другой. XS is a lifestyle brand. XS – это бренд образа жизни, стиля жизни. Instead of being about features and functions. И здесь главное не характеристики и преимущества. It's about the experience. Здесь самое главное – это опыт и впечатление. If it's okay, I'd like to share with you the biggest secret of XS. Я вам сейчас открою самый большой секрет на бинго XS. Is that okay? Согласны? Yeah. Да. Okay. This is interactive. It's okay to talk back to me. Это интерактивная презентация, так что можете отвечать. So do you have a pen and a piece of paper? Приготовьте ручку и бумагу. This is a huge secret. Это действительно большой секрет. We don't give this to everybody. Мы не открываем его, кому попало. Are you ready for it? Вы готовы? Here it comes. Итак. That's it. Вот и все. XS is about sharing it with people who want a full drink. Самое главное в XS это рассказывать о нем и делиться им с людьми, которые хотят выпить холодного напитка. It's about the taste. Дело во вкусе. It's about a choice. Дело в выборе. It's about choosing which flavor you like. То есть выбираешь, какой тебе нравится вкус. In tropical or lemon. Тропический или лимонный. And you know we have even more flavors in other countries. И вам, наверное, известно, в других странах мы предлагаем больше вкусов. Would you like more flavors in the Ukraine? Вы хотели бы, чтобы в Украине предлагалось больше вкусов? I'm really sorry, I'm going deaf. Would you like Простите, more flavors? Похоже, я оглох. Вы хотите, чтобы здесь было больше вкусов? Would you like more flavors in the Ukraine? Хорошо. I think that's the right answer. Да, наверное, это правильный ответ. Because we'd like to bring more flavors here. Потому что мы бы очень хотели представить здесь больше вкусов. And more snacks. И также закуски. And more things to share. Чтобы вам было чем делиться. Because the secret of excess is about the taste and the way you feel when you drink it. Потому что секрет XS во вкусе и в том, что вы чувствуете, когда его пьете. It's about tasting great. У него отличный вкус. It's about surprising people. Он удивляет людей. Here's the first response I always get when somebody tries it. Вот первый ответ, который я слышал от людей, которые впервые пробуют этот напиток. Wow, this one tastes great. Ух ты, вкусно. And it doesn't matter where in the world I do it. Неважно, кому бы я в мире не предлагал попробовать. I was just living in Germany for the last 6 months. Последние 6 месяцев я провел в Германии. I couldn't even speak German. При этом я не говорю по-немецки. I mean, ich spreche ein bisschen Deutsch, right? I just speak a little bit of German. Я говорю по-немецки немножко. But I could share XS. But I could share XS with my taxi driver. Но я могу угостить таксиста XS. Or with my banker. Или тому, кто обслуживает меня в банке. Or with my son's school teachers. И могу поделиться им с учителем моего сына в школе. Или с тренером по теннису. Or the woman who worked at the coffee shop where I went every day. Или поделиться им с женщиной, которая работает в кофейне, в которой я хожу каждый день. And I had the same reactions in that country as I do in the United States. И в этой стране люди реагировали точно так же, как и в Соединенных Штатах. People drink it and they say, "Wow, this one tastes different." Люди пробуют и говорят: "Слушай, правда вкусно по-другому?" This one tastes good. Он действительно вкусный. And it's okay if you're old like me. И ничего, если они такие же старые, как я. It's okay if you're over 40 and you didn't grow up with energy drinks. Ничего страшного, если человеку за 40 и он не вырос с энергетическими напитками. Because young people will show you what to do with them. Потому что молодые люди покажут вам, что делать с этим. We have to have young people in our business to go to the next generation. Мы очень хотим, чтобы в нашем бизнесе были молодые люди, чтобы они продолжили дело в новом поколении. To progress into the future. Чтобы они шли в будущее. And this is the tool to bridge that gap. И этот инструмент заполняет брешь между поколениями. In fact, let me use that as a segue to talk about one of my favorite inventors and idea people from the United States. Давайте я расскажу вам о своем любимом изобретателе и одном из популярнейших людей Соединенных Штатов. Does everybody know who this is? Все знают, кто это такой.